Всем привет, дорогие мои друзья, с вами, как обычно, Едоман. Сегодня на обзоре будет Русском индейка тушеная, очень даже красиво оформленная баночка. Приобретал в магазине Fix Price за 79 рублей. Надо брать ГОСТ 290 грамм, ну это, конечно, не очень много. Сейчас при ближнем рассмотрении я прочитаю состав, открою и покажу, что же здесь внутри. Вот что мне нравится у Русскома, так это как они оформляют свою контр-этикетку. Все всегда очень красиво, очень качественно. Ну и у Русскома, конечно, проскальзывает очень даже неплохая продукция. Индейка тушеная, консервы мясные из мяса птицы в желе, стерилизованный ГОСТ-Р 543-48. В составе мясо индейки, вода, соль пищевая, лук сушеный, загуститель, перец черный молотый. Ну и как обычно, что примите к сведению. В общем, друзья, ничего нового. Перед применением рекомендуется охладить. Очень даже интересно. А я как-то думал ее с чем-нибудь таким, с рисом или с чем-нибудь еще употребить. Изготовитель ЗАО «Лыткаринский МПЗ». Россия, Московская область. По заказу ООО «Русском». Даже вот претензии можно по качеству на e-mail отправлять. 290 грамм. Жаль, конечно, что нет ключа для удобства вскрытия. Но, конечно, только вскрытая. Вид у нее, я вам скажу, не очень. Сейчас выложу. Ну, смотрите. Вроде бы все нормально. Кстати, мясо, смотрите. Здесь реально есть очень даже неплохое мясо. Понятно теперь, что это такое. В общем, это типа холодца. Да не типа холодца, а можно сказать, что это холодец с мясом индейки. Ну, кстати, диетический. Пробую. Да, друзья, давненько я ничего не давал на камеру главному дегустатору Мурке. Сейчас мы это исправим. А ну-ка, Мурка, зацени-ка индейку. Ну что ж, кошка ест с удовольствием. Как вы могли заметить, главному дегустатору Мурке очень даже понравилась индейка тушеная. Да, это такое, консистенция, как вы видели, холодца с индейкой. Запах. Нормальный запах холодного мяса. Ну, возможно, конечно, здесь будет не совсем индейка. Возможно, они засунули сюда курицу. Блин, да тут даже... Да, есть косточка. Но это уже, конечно, полный минус. Очень даже неожиданно. Так что, если будете покупать данную тушеную индейку, будьте внимательны, чтобы потом не остаться без зубов. Пробуем. Да нет, друзья, производитель нас здесь не обманул. То есть здесь реально волокна мяса индейки. То есть все нормально, все прекрасно. Ну, единственное, почему-то опять для меня не хватает соли. Очень даже диетическое получается все-таки блюдо. То есть жира как такового здесь нет. Ну, как я уже и сказал, диетический холодец. Но, конечно же, я взял ингредиент специальный еще, горчичку. С горчичкой, я думаю, будет, конечно, еще вкуснее. Сейчас немножко добавлю. Я просто не знаю, кто как. Можно с хреном, конечно, продается тоже в банках. Но мне вот такие, такого плана нравится все-таки с горчичкой. Да, друзья, что и требовалось доказать. С горчицей блюдо сразу же обретает совсем иной вкус. Очень даже получается неплохо. И блюдо, скорее всего, хоть оно и из индейки, оно будет сытным. То есть такую баночку в одного человека съесть, конечно, порция 290 грамм многовато. Ну, я думаю, на одного человека среднего телосложения будет нормально. Ну, конечно, друзья, из минусов хочу отметить то, что здесь попадается косточка. Ну, я так немножко подразмял все. Вроде бы кость здесь только одна. Не знаю, может, совершенно случайно сюда попала. Так что, друзья, брать или не брать,
за 79 рублей в фикс-прайсе. Ну, для разнообразия, если вы хотите диетический холодец, то, я думаю, возьмите. Индейка тушеная, очень даже неплохая. Очень даже неплохие консервы, довольно-таки хорошего качества, где есть реальная индейка, мало жира. И вот эта вот желешка, она тоже такая нежная и неплохая. Но единственный минус, ну, не единственный минус, то, что я нашел здесь кость, конечно, это плохо. И для меня мало соли. Ну, подсолить тут проблем никаких. И, друзья, с горчицей это блюдо приобретает совсем другой вкус. Я, возможно, себе второй раз данную тушеную индейку возьму в фикс-прайсе. А вы, друзья, думайте сами, решайте сами, брать или не брать, это лично ваше мнение. И на этой радостной ноте я бы хотел сказать огромное спасибо всем тем, кто досмотрел это видео до конца. Ставьте большой палец вверх, подписывайтесь на канал и ждите следующее видео. Всем спасибо за просмотр, приятного аппетита!